Чё, ребята, опять спонтанная покатуха, непонятно какая. Сейчас едем до Максима, там уже нормально запишу приветствие. Не пиши, не тримай, я навчусь без тебе бути, ти знай. Нелегко так, але я намагаюсь обійти стороною наші місця. Блок вінці, блок телеграм, ти знову всі треш, всі фото як спам. Але ти чекайся, одно напишу, як ти там. Ну що, ребята, всім здорово, с вами Данік. І також Максим на своєму Дніпрі. Ну а я, як ви просили, на новому мотоциклі, на Шинре. Сейчас ми знаходимося на кар'єрі. Вот он. Это, ну, я увидел, тут много всего поменялось, особо вот этот заезд появился, и мы будем пробовать с Максимом заезжать туда. Не знаю, что из этого получится. У Максима резина не такая шипованная, как у меня. Ну, у меня, правда, шипована только задняя, передняя такое себе. Ну, в общем-то, сегодня проверим, на что способны наши мотоциклы. Бывшие альфа-воды пересели на новую технику, на более кубатурную, на более быструю, на более проходимую. Ну и, в общем-то, ребята... Перед началом видоса лайкос, подписочка на канал, ну а мы не медлим и переходим уже к просмотру данного видоса. Так, ну что, ребята, Максим уже... Выехал наверх, теперь настала моя очередь. Я поеду немного по другому маршруту, а поеду вот так вот. Надеюсь, там есть где и как выехать. Ну, Максим выехал спокойно, надеюсь, я тоже выйду спокойно. Ну вот что, заводимся и поехали. Ё-моё, ребята, ну это было страшно. Ну, короче, он сюда заехал вообще с легкостью. Но посмотрим, как он заедет на вот эту вот горочку. Конечно, это была шутка. Мне куча грязи попала в глаза. Ай, это немножко больно. Надо было визор закрывать. Ну, главное, что я выехал. Правда, в болоте там немного застрял. Но главное, что хоть как-то довыперся оттуда. Ой, ну весело. Нет, заехал он, конечно, с легкостью. Мы сюда заехали, чтобы снять красивые виды, кадры. Видел, как я там застрял?
Ой, он такой тяжелый, так сложно было с песка вытянуть, ребята. Чего у тебя лицо черное? Дурак, фижо. Смотрите, куда он залез. Где он? Все, хватит, наездился. Полети. Забыл, что можно в отстон запихнуть, еще оно разъест его просто. Или пластик какой-то, или что-то такое, оно его тупо разъедает. А, пенопласт. Закидываешь и все, и он это плавится сразу. Все, конец. Ну, а я все-таки скажу... Да. Ну что, ребят, такая покатуха у нас получилась. Почудили немного, я весь в песке. Надо будет помыть немножко мотоцикл. Максим чистенький, плюс-минус. Я не очень. Ну, в общем-то, пацаны и девчонки, за видос лайкос, подписка на канал. Делитесь видео с друзьями. Ну, а мы увидимся уже в следующем видео. Ну и всем удачи. Всем пока.